Сегодня вы увидите сериал, который будет состоять из двух серий. Дата выхода 2020 год, а сейчас история об адвокате Разгильде, который всегда опаздывает и постоянно врет, да к тому же еще и всем должен. У него проблемы с полицией, судьями, клиентами и бывшими женами. Но, несмотря на все недостатки, главный герой – одаренный адвокат, которому удается защищать невиновных.